Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну и, конечно, в первую очередь нам необходима хорошая обувь. Сегодня в Москве такая непогода, я думаю, во многих регионах уже так. Поэтому нам нужны максимально, Светлана, подобрать ботинки удобные, конечно же, непромокаемые и максимально теплые. Зима на пороге. Ты знаешь, ботинки женские Олимпии – это ответ на все такие запросы. У нас здесь с вами невероятно широкая девятая полнота, большое количество выбора цветов, ну и, конечно же, защита от холода. Так. У нас с вами здесь густой теплый мех. Потрясающе! Это ботинки женские Олимпии. И, внимание, у нас огромное количество предложений, 8 цветов и модификаций. Давайте рассмотрим все. Ну, вот мы начнем сейчас с коричневых. Такой красивый, гладкий коричневый, очень благородный цвет. Затем, обратите внимание, черный гладкий. Тоже очень красиво смотрится. Кстати, что это за материал, Светлана? У нас здесь современные материалы. Это невероятно удобная, качественная эко-кожа, которая не боится реагентов, которая не боится воды и прекрасно себя ведет в осенне-зимний период. Давайте еще посмотрим. У нас с вами есть бежевый, гладкий. Кстати, не стоит бояться таких оттенков, потому что эко-кожа не боится воды и грязи. Так. Далее у нас с вами, посмотрите, более матовый вариант для тех, кто любит замшу или нубук. Это черный нубук. Выглядит очень дорого, роскошно, прибавляет сразу статусности вашему образу. Так, вот я тоже вижу из эко-нубука, но уже с вышивкой, да, как интересно. Как они правильно в заказе будут называться? Ну, а здесь у нас будет черный нубук, но вы посмотрите, с украшением. Здесь у нас еще есть вот такие вот прострочки интересные под глянцевую кожу. Вот, и в заказе он будет называться «Две молнии», несмотря на то, что у нас в большинстве моделей «Две молнии», обратите внимание. Здесь еще есть также с вышивкой из эко-кожи. Также в заказе будет называться черный «Две молнии». И у нас на моделях мы тоже еще покажем очень интересный вариант. Здесь у нас с вами есть еще вариант черный нубук с застежкой велькро. Обратите внимание, для тех, кто любит еще подстраивать под свои параметры, знаешь, по уровню щиколотки. Отлично. И обратите внимание, мы сейчас видели с вами именно модель, которая у нас из эко-нубука. Ботинки женские Олимпия. А вот из эко-кожи с вышивкой в заказе называется «Две молнии». Итак, ботинки женские Олимпия. А вот теперь особое внимание хочу обратить, что цена только сегодня. Это предложение действует всего одни сутки, и зимние ботинки вы сможете приобрести по цене 1299 рублей. Экономия в 900 рублей и, конечно же, фиксированная доставка 199 рублей. Подробности по вашему региону выясняете при заказе у оператора. Ты знаешь, Светлан, у меня тетушка живет в Ростове, дама в возрасте, но такая активная. Сетует только на то, что нет зимней обуви, которую легко надевать и снимать быстро. Знаешь, это идеальная обувь, но давай сначала подберем размеры. У нас размерный ряд от 37 до 42. Выбираем на размер побольше. У нас здесь с вами удобная колодка, две молнии, как раз для твоей тетушки, чтобы она быстро и элегантно надевала такие ботинки и застегивала их. Отлично! Итак, цена только сегодня. Это лучшее предложение, самое выгодное предложение на телеканале Shop & Show. Действующие только сутки 1299 рублей. Посмотрите, ботинки женские Олимпия, 8 модификаций. Выбирайте свой цвет, модификацию, выбирайте свой вариант молнии и подстраиваемой застежки, и, конечно же, наслаждайтесь комфортной зимой. Ну а теперь главный, конечно, вопрос. У нас зимой и слякоть, конечно, и снежная каша, и все 33 прелести. Конечно, давай проверим, насколько наши ботинки выдержат любые нюансы погоды. Обратите внимание, я беру светлые ботинки для того, чтобы вы понимали, что не стоит бояться светлых цветов. Итак, мы с вами попадаем, например, в грязную воду, так, или нас окатила машина. Посмотрите, у меня сейчас как раз здесь в руках именно грязная вода. Давайте посмотрим, как себя поведет эко-кожа и наша с вами, посмотрите, подошва. Так. Вот сейчас я это все выливаю. Обратите внимание, что у нас здесь с вами все испачкано. Далее мы можем
просто смыть все водой. То есть у нас эко-кожа отмывается все моментально. И главное, у нас с вами здесь нету капель. То есть все стекает с такой эко-кожи. Ваши ножки останутся сухими. Вот посмотрите, я сейчас еще проведу эксперимент. Полью побольше на стык между подошвой и эко-кожей. У нас здесь с вами защита от промокания. Вы можете просто сухо вытереть, да, насухо. У вас будет прекрасная эко-кожа, выглядит идеально. А дальше давай проведем еще эксперимент. Я сейчас возьму абсолютно сухую салфетку. Вот, посмотрите, с двух сторон она у нас с вами сухая, и опускаю в наш ботинок, чтобы именно в месте стыка, где я проводила эксперимент, вот здесь, обратите внимание, промокаю изнутри. Итак, я достаю салфетку, все происходит на ваших глазах, обратите внимание, она абсолютно сухая, а это значит, что когда вы попадете в воду или будет, например, мокрый снег, вы останетесь абсолютно сухой. Светлана, это здорово, но давай какой-нибудь ботинок все-таки поставим, потому что опытные телезрители скажут: о, ну это здорово, на минуточку поставили и все. А пусть он у нас постоит длительное время, чтобы мы могли убедиться, что это не секундный, знаешь ли, эффект, а действительно, когда мы долгое время проведем в сырости, в слякоти, мы можем быть уверены, что действительно останется все сухим и аккуратным. Да, ты знаешь, вообще это, конечно же, идеальная у нас защита, и защита не только от воды, что мы с тобой сейчас видели, но и от мороза, потому что внутри у нас с вами невероятно роскошный эко-мех, согревающий нас до минус 15 градусов. Давайте посмотрим, вот как раз у нас с вами одна застежка с одной стороны, с другой тоже у нас с вами молния, вот это ваше удобство, вы только посмотрите, потрясающе, какой роскошный эко-мех под мутон внутри. Буквально утопают мои пальчики в эко-мехе. Это удобство, комфорт, защита. Ну и, конечно же, идеальный подарок и себе, и друзьям. 1299 рублей. Забирайте.